Каникулы вовсе не повод перестать читать, ведь еще Федор Михайлович Достоевский говорил, перестать читать книги значит перестать мыслить. И летом библиотеки не пустуют, сюда приходят читатели, здесь проводится масса всевозможных мероприятий. И одно из них теперь на свежем воздухе. Ориентировано оно прежде всего на маленьких читателей. В Центральном Видновском парке вот уже пятый год проходит мероприятие «Летний читальный зал под открытым небом». Я вам буду называть название сказки, а вы должны, начало сказки, а вы должны сказать окончание сказки. Сказка о рыбаке. Молодец! Участников первого летнего читального зала немного. Занятия проводятся в виде конкурсов и викторин. Сегодняшнее мероприятие было посвящено Александру Сергеевичу Пушкину. Вчера был его день рождения. И было немножечко познакомить ребят с сказками и с творчеством Пушкина. Как показывает небольшой опрос среди молодежи, Александр Сергеевич уверенно занимает верхние строчки рейтинга русских писателей. Ваш любимый поэт русский? Александр Сергеевич Пушкин, конечно же. Скорее всего, Пушкин. Конечно же, Пушкин. Ну, скорее всего, Александр Сергеевич Пушкин. Не случайно летний читальный зал под открытым небом проводится именно здесь. Для многих посетителей парка чтение – добрая традиция. Видновчане знают, что Центральный парк как нельзя лучше подходит для чтения. Здесь даже вот такая библиотека есть. Цель же этого проекта – максимально приблизить библиотеку к читателю, создать более благоприятные условия для возрождения семейного чтения и сделать содержательнее отдых горожан. Первый читальный зал показал, что творчество русского поэта дети знают довольно хорошо. Так как это мероприятие для детей, конечно, оно проводится в игровой форме, в доступной, в легкой для восприятия детского. Несмотря на их небольшой возраст, все-таки это были дети до 10 лет, они очень хорошо осведомлены о героях и вообще о названиях, сказках. Следующий летний читальный зал под открытым небом состоится 14 июня и будет посвящен Дню России. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.